О том, чтобы присвоить историческому музею имя его основателя и первого директора Николая Сунцова, впервые заговорили в 2009 году. С этой инициативой выступили сотрудники музея. Процесс растянулся на 6 лет. Микола Федорович Сунцов был заведующим музею до 1918 года. Він використав перші новітні на той час ансамблевий метод музейної демонстрації, де структурною одиницею був експозиційний комплекс, в якому відтворюються реальні зв'язки між предметами. В этом году Харьковскому историческому музею исполнилось 95 лет и 161 год со дня рождения его основателя. Правнучка Николая Сунцова Анна Хирина уже много лет изучает жизненный путь своего прадеда. Говорит, именно он впервые озвучил идею о том, что Харьков – это Украина. Он много мандрував по свету, но снова и снова повертався в Харьков. Хотя очень много было пропозиций работать и в Москве, и в Петербурге, и в других местах, и за кордоном. Но Харьков – это его была колиска, это его была... Мабуть, перше кохання. Патріот України і Харкова Николай Сунцов неоднократно избирался гласным городской думы. За жизнь издал 1544 научных труда. Це людина, яка почала, ну, принаймні на Харківщині, перша читати лекції українською мовою. Це людина, яка шанувала українську мову. Я думаю, це приклад нашим сучасним державним службовцям. Шановні, вивчайте українську мову. Сунцов приложил немало усилий для открытия в Харькове общественной библиотеки. Собрал и передал музею множество экспонатов. То есть было его стремление максимально приблизить культуру нашей слобожанщины к простым людям. Сегодня за круглым столом представители власти, науки и общественности приняли резолюцию, в которой подтвердили необходимость присвоения историческому музею имени Сунцова. Теперь слово за депутатами Харьковского облсовета. На ближайшей сессии они будут голосовать по этому вопросу. А активисты и сотрудники музея вышли с новой инициативой. Предлагают имя Сунцова дать не только музею, но и в свете декоммунизации улице Постышева в Харькове. Анна Симоненко, Алексей Жучков, медиагруппа «Объектив».